Как стало известно CrimeTime.ru, сегодня в городе Баку произошла стрельба. По эксклюзивным кадрам с камер видеонаблюдения видно, что киллер стреляет в криминального авторитета, известного в криминальных кругах как Неджата Линкаранского. К счастью, Неджату удалось сбежать, увидев киллера. Однако в результате открывшегося огня два человека получили огнестрельные ранения. Отмечается, что одному из раненых прохожие оказали первую помощь. В республиканском МВД начато расследование обстоятельств случившегося. По каким причинам стреляли в криминального авторитета, пока неизвестно. Напомним, что Неджат был близким соратником покойного вора в законе Равшана Линкаранского. Информация уточняется. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подпишитесь на канал. Для получения оповещения новых видео нажмите на колокольчик.